Привет. Привет. Юве. Надо поговорить. Ты под арабом ходишь, я знаю. Ты ведь раньше не занимался такими делами, не так ли? Какими делами? О чем ты? Я знаю о вашем грузе. Но думаю, ты не знаешь, с кем связался. Я в этом бизнесе много лет. Вижу, как тебя плющит. По себе знаю. Отлично знаю. Сейчас, когда все вот-вот срастется, все становятся жадными и нервными. Пойдут разборки, подставы. Самый надежный кореш тебя кинет. Если не кинет, круто. Можешь работать с ним дальше. Пойми одно. В этом бизнесе каждый думает только о себе. И о том, как бы побольше бабла урвать. И ты должен урвать свое. Коли шанс есть. Я не собираюсь оставаться в этом бизнесе. Куда ты денешься? Кто тебе даст соскочить? Везде достанут. Или затравят, как шавку. А ты-то чем лучше их? Еще несколько месяцев назад, и я бы тебя кинул. Но теперь мне надо думать не только о себе. Мне надо напоследок срубить по-крупному. Схема верная. Но без тебя никак, Юве. Плачу 2 миллиона. Два миллиона. Один вперед. Второй, когда все выгорит. Потом ты свободен. Поможешь мне, поднимешься. Вот, здесь забит мой номер. Звони. Я сразу сброшу. А через час после звонка встретимся в гостинице Кристенберг. Лависа, нам пора, идем.